Добрый день! Сегодня будем готовить бараньи ноги. У меня было две штучки. Значит, я их буду готовить в скороварке. Сначала на программе жарить. Обжарила в масле. Туда же лук, морковку. Еще хорошо потушить, обжарить. Потом о, котик пришел на запах. Глаза какие голодные. Потом туда соль, перец, немного водички. Закрываем и ставим на программу тушения. Они у меня тушились 2,5 часа. Оно должно быть мягкое, отходить от кости, как показано на видео. Подавать очень хорошо с рисом. Чисто такое турецкое блюдо для любителей баранины. Пробуйте, делитесь вашим мнением, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я с удовольствием отвечу.